Надо самой его повернуть. За этой дверью. Ларец может быть здесь. Ишчель и Чакчель защищают ларец.
Надо связать средний кран и ворот. Надо связать средний кран и ворот. Надо связать средний кран и ворот. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков.
Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Я могу забраться с помощью среднего крана и избавиться от обломков. Хорошо. С помощью ворота нужно настроить краны, и тогда вода польется на колесо. Две двери. Ну, конечно. Надеюсь, последние.
это обнадеживает. Надо убрать обломки от змеиного крана. Надо убрать обломки от змеиного крана. Thank you.
Эшли. Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Я Ашель, богиня защиты. Серебряный ларец и Ишчель выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Затмение и цапля. Татуировки на руках Унрату. Но где же ларец?